вот. Ну вот, я к Сережке вернулась. Я на последние $12 решил Юльку свести. В люди вывести. В тайландский ресторан. Вот, видите, вот. Вот так вот. Тут. То есть я негра бросила. А я побрился. Да-да, не удивляйтесь. Ну ты довольна, что я от негра ушла? Да. Слушай меня. А кстати, я замуж за Сережку не буду выходить. Потому что у него денег нету. Он сказал, что он меня обманывал всю дорогу, и что он нищий на самом деле. Он мне сделал предложение, но мне это уже не надо, так как он нищий. Правда, Ал? Поэтому, чуваки, вы все равно можете прислать доллары. Может, я буду богатой. Ты с таким надеждой, что я скажу «да»? Да. Да? Если вы хотите услышать от Юрки «да», присылайте доллары. Чао!